В Омске прошли соревнования чемпионата России по гиревому спорту. Всероссийский старт по этому виду был проведен в нашем городе впервые. Продемонстрировать свое мастерство и побороться за звание чемпионов страны приехало более 200 сильнейших спортсменов из 34 регионов Российской Федерации. На протяжении многих лет Омская область является одним из лидеров в гиревом спорте по итогам взрослого чемпионата «Федерин». И потому, когда именно регион предоставил такую заявку, предоставил на проведение такого уровня соревнований, большинством голосов на президиуме это поддержали. Соревнования чемпионата России по гиревому спорту носят лично-командный характер. В личном первенстве победителей выявляют по лучшему техническому результату. Командный зачет проводится по наибольшей сумме очков, набранных за три соревновательных дня участниками состязаний. Омскую область на чемпионате России представляли 45 спортсменов, среди которых 10-кратный чемпион мира, 6-кратный чемпион Европы и многократный чемпион России Антон Анасенко. Гиревой спорт в Омской области, десятилетиями развивается, буквально, можно сказать, 3 десятка лет он активно развивается. И в том числе я, молодым юным спортсменом, застал становление гиревого спорта. И вот именно сейчас у руля федерации областной, где люди, которые, скажем, 20 лет назад, 15 лет назад начинали движение гиревого спорта в Омской области. Это очень приятно, что мы молодые, мы энтузиасты, мы движемся вперед и не останавливаемся на достигнутом. Сразу на 6 помостах шел спор за медали престижного турнира. А мячи показали хорошие результаты и в очередной раз доказали, что наши гиревики являются одними из сильнейших в стране. В двоеборье чемпионами России стали мастер спорта международного класса Иван Мартыневич и заслуженный мастер спорта Антон Анасенко. В весовой категории до 85 килограммов весь пьедестал почета заняли омские спортсмены. В состязаниях в толчке по длинному циклу омичи завоевали 2 медали. Эдуард Опенлендер выиграл золото, серебро оказалось на счету Ильи Мартыневича, совершившего 70 подъемов. Соревнования женщин в рывке принесли Омской области 2 награды. Оксана Загребина стала чемпионкой России, Наталья Горбунова выиграла серебро. В эстафете в толчке по длинному циклу равных не было вновь омичам. Второй стала команда Санкт-Петербурга, а третий – Томской области. По итогам соревнований победителем общекомандного зачета чемпионата России стала команда «Хозяев» Омской области. Наши спортсмены набрали 210 очков и заслуженно отпраздновали свой триумф. Серебро командного зачета досталось Тюменской области. Бронзовым призером стала команда Санкт-Петербурга.